Доброе утро всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Здравствуйте, моя большая, такая уже дружная семья. С новым вас всех годом. Здоровья, здоровья, здоровья. Но теперь не об этом, а о нашем Фенечке. 2 числа мы ездили в ИВЦ, в клинику, где оперировали нашего Филю. Приехали мы к 11:30 и уехали, к сожалению, почти уже 8 часов. Венечке поставили диагноз перелом позвоночника. Венечка крипторх. У Вени отрыв хвоста. Мы сдали все анализы. Сделали УЗИ органов, УЗИ сердца. Общая сумма по всем процедурам вышла 16 тысяч. Рекомендовано Венечке пройти обследование КТ. Для этого мы и сделали УЗИ сердца. Сделать нам надо в ближайшее время КТ, понять характер перелома, посетить невропатолога и готовиться к операции по удалению хвоста, так как у него от удара идет именно отрыв хвостовой части. И обязательно кастрация, то есть это операция. Это не обычная кастрация, так как Венечка крипторх. Это внутриполостная операция. Крипторгов обязательно надо кастрировать. Ну и, конечно, собирать денежки на коляску. По крайней мере, у Вени нету разрыва спинного мозга. Это уже радует. Кто давно у меня в группе, те, наверное, видите, следите и понимаете, что вот именно наша Фрося, и то с разрывом спинного мозга собака пошла. То есть у Вени есть шансы со временем начать ходить. А что еще хотелось бы сказать? КТ в этой клинике стоит 8 тысяч, удаление хвоста 10 тысяч, кастрация 8 тысяч, то есть 16-26, и, ну, плюс коляска 10-12, то есть нам нужно общую сумму сборов, это где-то около района 50 тысяч, плюс с учетом бензина, поездок. Еще бы нам, конечно, надо было бы посетить нейрохирурга. У Венечки остается тремор передних конечностей, такое вот подергивание. Но как бы нам прописали препараты по рецепту. Сегодня я буду подключать ему все эти препараты. Ну и, конечно, мы будем бороться дальше. Для меня было самое важное, что у него не задеты органы. А мы самопроизвольно писаем, какаем. Это тоже очень хорошо. Мы прекрасно начали кушать. У нас хороший аппетит. Спасибо, как всегда, хочу сказать Галине Мамаевой. Приехала, меня поддержала. Откликнулась Галя сразу, потому что одной сложно, одной сложно. Дима, к сожалению, Дмитрий наш был на работе, он не смог с нами поехать. Я позвонила Гале, и Галя не отказала. Спасибо, девочки, что вы меня поддерживаете в такие тяжелые, трудные минуты. Не отказывайте, приезжаете, тратите свое время, помогаете. Прям большое-большое, огромное спасибо. Хочу сказать большое искреннее спасибо всем, кто откликнулся на беду Венечки. Это, в общем, было собрано 22 тысячи 700 рублей с копейками. Сейчас, простите, прям не помню, там 723 рубля, что ли. Это на данный, на с учетом, что сегодня 3 января, вот это вот было собрано на Венечку. Истратили мы в ветклинике, я оплатила услуги 16 тысяч, плюс 4,5 тысячи дорога. Сейчас я открываю сбор. Да, сумма большая, да, но, конечно, будет все приобретаться, делаться по мере поступления финансовых средств, потому что первое, что сейчас Венечке надо сделать, это, конечно, КТ, если есть смысл. Я завтра хочу проконсультироваться у Николая, есть ли смысл тратить эти деньги. Ну, а так, в общем, я просто понимаю, что операция по удалению хвоста, она необходима. Он ему уже не нужен, то есть он будет у него безжизненно мотаться, и смысла оставлять его нету. Крипторхизм обязательно надо удалять, это может тоже со временем перерасти в кучу проблем. Это 10-18 тысяч, ну и плюс коляска 30, ну, я говорю, с дорогами, с поездками, пусть 35. Пока КТ тоже будет оставаться под вопросом. Завтра Кира и Клёпа едет на первую операцию свою. Будем молиться, чтобы мальчик пережил достаточно хорошо эту операцию. Будет консультация у Киры по поводу ее слепоты и глухоты. Да, Кира, к сожалению, и не слышит. Я это замечаю. Так что все новости будем выкладывать по мере их поступления. Еще раз хочу сказать огромное искренне всем спасибо, что вы меня не оставляете, что вы нас не бросаете, что вы с нами. Я еще раз говорю, что
для меня очень важна еще ваша моральная поддержка. Моральная поддержка, потому что действительно одной в две руки очень сложно спасать этот мир. А на мне на одной все. Вы знаете, и приют, и поездки, все это я делаю сама. Я этим живу, я их люблю. И да, сложно, но кто, если не мы, я всегда говорю. Только мы можем спасти и сделать этот мир чище. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.